Да? Чего ты хочешь, Геральт? Да? Чего ты хочешь, Геральт? Осторожно, чудище все еще может быть где-то здесь. Это солдаты из твоей охраны? Да, они. Верн, Миклас. Бедные ребята. Чудище с ними не цацкалось. Они спасли мне жизнь. Ты их знала? С этим я познакомилась сегодня утром. А с Верном мы служили еще под Дорианом. Миклас завербовался только в июле. Мне очень жаль. Когда ты убьешь чудовище, надо будет прислать сюда кого-нибудь, чтобы забрать их и похоронить. Так что же тут случилось? Мы пришли сюда, и Миклас стал осматривать следы, когда на нас напали утопцы. Ребята быстро с ними управились. Но Франц получил по ноге. Мы отстали от остальных, я занялась перевязкой. Нол стоял на страже. Вдруг появилось чудище. Нолс оттолкнул меня в сторону выхода, а сам бросился в бой. Я оглянулась и увидела, что он лежит на земле весь в чем-то клейком. Тогда я вернулась и оттащила его туда, где ты нас нашел. А чудовище? Миклас и Верн отвлекли его на себя. И дорого за это заплатили. Но ты все-таки видела, кто на вас напал? Все случилось так быстро, я не успела рассмотреть. Я видела его только сзади. Оно было большое и склизкое. Ты их знала? С этим я познакомилась сегодня утром. Миклас завербовался только в июле. Мне очень жаль. Когда ты убьешь... Надо здесь осмотреться. Тот, кого ты перевязывала, здесь? Франц? Я его тут не вижу. Думаешь, чудовище его утащило? Может быть. Наверное, оно приползло оттуда. Или убежало туда. Глубоко тут. Нижний уровень каналов закрыт, но у Верна, командира отряда, был универсальный ключ. Ладно, я его поищу. Раны, резанные явно от клинка.
Это работа не чудища. Я нашел ключ. Это здорово. Пойдем. Пойдем.